Так, ребята, неисправность, которую я нашел, значит, все предохранители нормальные, релюшки все нормальные. А вот, обратите внимание, я тут встал спичечку. Вот здесь вот контакт. То есть вот такой вот разъемчик. Вот, если видно его. Вот я вставил спичку. Вот. Отходит просто контакт. Ну, сейчас я не буду ничего там переделывать. Уже как придет весна и будет тепло, придется снять вот этот весь вентилятор и тогда менять это все. Вот, прям снизу. Вот, если видно. Ну что, все будем ставить тогда на место. Бардачок. Вот. И все. Как бы вот такая вот причина. Просто не было контакта. Окислился контакт. Что-то он тут раздолбался. Все. Будут вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки. Все, пока.